тесных контактах Путина и Моди. Вот и сегодня переговоры продолжились за обедом. Стол накрыли прямо на борту корабля. Переводчики не понадобились. Морская прогулка привела в Имеретинскую долину. Здесь у воспитанников Сириуса заканчивается смена. Ровно 3 года назад в Сочи впервые собрались юные физики и математики, фигуристы и гроссмейстеры, музыканты и хоккеисты. Им строить будущее. Причем не только России. Господин премьер-министр сказал, что мы сегодня целый день работали. И он сказал, как мы работали. Он сказал, что мы разговаривали целый день. Вот чтобы так работать, как мы, надо хорошо учиться. И даже после этого президент и премьер не расстались. Снова уединились за чаем. Переговорного марафона, который длится целый день, бывает мало, если действительно есть о чем говорить. Алексей Узренко, Дарина Земцева, Вадим Степченко и Константин Черкасов. «Известия» специально для РЕН-ТВ Сочи.